игрушечки поставил. Расскажите теперь, что ответил вам Харитон. Готов к переговорам? Ребятушки, привет-привет. Чем занимаетесь в зимний вечерок? У нас сегодня второй день перископа. Красавец. Жена у меня красавица. Жрем. Мы тоже поели вкусную пасточку. Доброго вечера. И вам от Сереги привет. О! Ему тоже большой привет. Какого Сереги? А, это сосед мой, северный. А, да? Нифига себе. Чем занимаешься, рассказывай. Да, да, привет, привет, привет. Вчера погуляли. А, это вчерашний единственный наш зритель был. А, да. Нет, мы вчера не погуляли. Вчера не погуляли, увидели людей, испугались. Мы же качки. Мы поехали, поехали. Поехали по делам уже там насчет автоматов протеиновых. Сейчас у нас новая тема есть. Вот, а потом поехали на ужин, на рождественский к нашим родителям с друзьями. Очень хорошо провели время. А потом поехали и играли до 4 утра в мафию. Классная игра. Да, с друзьями тоже. Вы чем занимаетесь? Кроме жрём. Чуть не разговорчивый 11 человек у тебя. Зато лайки прут, смотри. Родители отлично, сейчас они живут нашими внучатами. Вот завезли Софийку. Нашими детьми скорее. А я что сказал? Нашими внучатами. Ну, мы еще слишком молоды. Нет, внучата имеется в виду. Для них внучата. Угу. Вот, поэтому это самое. Как-то они даже ожили. Дядя Миша там вообще обожает Софийку. Андрей, я ем сам раз в день. Масса не прет, что делать? Ну, смотри, ты перечислил в основном белковые продукты. Масса белка не будет расти. То есть белок нужно держать на определенном уровне. Вот. Как правило, это около 2 грамм на килограмм тела. Все остальное должны быть углеводы. Вот. И если ты держишь белок на правильном уровне, на том уровне, который я сказал, и не растешь при углеводах, то выход один – добавлять только углеводы. Вот. Чем больше углеводов, тем больше рост. Вот. Я когда активно набираю, сейчас у меня такой перерывчик небольшой в наборе, потому что, кстати, тоже интересный момент, набирать всегда не получится, набирать всегда нереально, организм не может всегда расти, поэтому нужно давать периоды, когда ты поддерживаешь массу, нужно брать периоды, когда ты набираешь. Так вот, когда ты набираешь, ставка на углеводы, на правильные углеводы. Вот, и не бойся заплыть жиром. Если ты соблюдаешь диету, не поджираешь там всякие печеньки там, и так далее, вот, а сидишь на правильных углеводах, тогда все пойдет именно туда, куда надо. Вот у меня в период массонабора углеводы доходят до 700-800 грамм в день, вот, и без особой прибавки в жире. Поэтому твой выход — это углеводы. В чем пипец? Спасибо большое. Я не знаю, пипец. Андрей, видео с Ронни Тело Время, когда выйдет. Ребят, уже как бы там смонтировали, видите, в чем там изюм. В том, что нужно, во-первых, я же языка не особо знаю. А, пипец, 700 грамм в день. Ну да, но это на самом деле пипец. Ну вот, так обычно там 500. Вот, но если у меня меньше 400, то я, конечно, не расту.
Вот, не расту, поэтому надо есть много. И на белок ставку не делайте, ребят. Белок — это такая достаточно вещь опасная для организма, да. Вот, и зашлакованность, и токсины, всякие аммиак там и так далее, другие вещества не очень приятные выделяются. Вот, нагрузка на почки, на печень, поэтому белок нужно, на белок не нужно ставку делать, нужно нужно держать его на одном уровне, достаточным для роста мышц, а больше не надо его. Так, про что я говорил? Про Рони, значит. Про Рони. В общем, сейчас на стадии перевода, да, как вы знаете, мы же отдаем сначала, там, чтобы нам субтитры сделали. Вот, делают субтитры, и через недельку, две, я думаю, уже все будет. Как у вас дела? Я пока рассказывал про белок, там что-то были какие-то вопросики. Там что-то про тай, вернулись ли наши друзья из тай, я это видел. А, все, ок. Спасибо, ребят, спасибо. По поводу тая, по-моему, они уже прилетели, мы вот сейчас хотим увидеться. Планируете участвовать в следующих тайских каникулах? Тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос, потому что нам тот формат вот такой более сплоченной спортсменской команды, он нам больше нравился, чем вот этот. Хотя в этом тоже плюсы есть, но как-то... Не знаю, посмотрим, будем разговаривать. У нас есть мысли сделать что-то... Не буду говорить, короче, что у нас есть сделать, но... А иначе кто-нибудь это сделает за нас. Да, ну вот, в любом случае, что-то будет. Что-то будет. Романыч. Романыч присоединился. Что ты делаешь, когда неохота тренироваться? Подскажи, пожалуйста, травмировал колено после приседа. Стоит ли отложить тренировки ног на время? Ну, конечно, тяжелые надо приседы все убрать, закачивать, закачивать, сделать МРТ, посмотреть, в чем причина. Если там какой-то надрыв, либо разрыв, непонятно, в чем травма. Вот, и, конечно, на время убрать. И если ничего страшного, не отрыва. Нет отрыва, допустим, да, связки или сухожилия, то закачивать потихоньку. Потихоньку возвращаться опять. У тебя сейчас межсезонье или как период назвать, когда ты не выступаешь? Ну, я просто всегда нахожусь в форме. Всегда стараюсь прогрессировать. Хотя бы там по миллиметру, но стараюсь двигаться вперед. Вот, потому что, ну, как только ты расслабишься, да и не мое это, понимаете? Вот мы, у меня, вот, кстати, по поводу неохоты тренироваться и так далее. Вот сейчас у меня январь, это у меня уже, наверное, 5-й год, когда я традиционно отдыхаю от тяжелых тренировок. Вот, но все равно мы вот сейчас с Аришкой только приехали из зала. Мы сегодня делали, что мы делали, расскажи. Мы сегодня делали, не знаю, можно ли это назвать функциональным тренингом. Мы сегодня бегали на время, дрались. Мы бегали на время, дрались. Расскажи. Это же не просто так. Не просто. На максимальное ускорение на 100, на 150, ой, на 50 метров. Да. Это мы бегали, 100, потом 50. Мы боролись. Не дрались, а боролись. Да, боролись. Дрались. Хотела исправить. Да. Мы боролись, в общем, потом. Ну, компания ребят была. Не только мы с Аришкой. Да, наши. Друзья мои. Компания пацанов. Да, и Ариша с нами. И что еще было? А, канат был на время. В общем, сколько раз канатом... Как это назвать? Я не знаю. Да. Вот так это называется. Специальный, в общем, канат для функционального тренинга. Скакалочка была. Скакалочка на время была. Бокс был. Да, бокс был. Да, в общем... Теннисные мячики были. А, точняк. Бросали пасы теннисными мячиками. Да. Вот. Хват тренировали.
Да, поэтому вот так вот. Вот так вот в январе у нас. Где можно посмотреть ваше выступление? Ну, когда я выступал, все есть там на Ютубе, в интернете есть. Сейчас пока еще не выступаю. Короче, кроссфит. Ну, примерно, да. Ну, типа того, да. Примерно, да. Ну, на самом деле, очень классная вещь, потому что ты отвыкаешь от такой нагрузки. И дает. А, хотели-то мы баскетбол изначально поиграть? Да, у нас в зале есть баскетбольная площадка, но там ребята играли уже. Мы не стали их беспокоить. По поводу кухни. Интересная тема. Развиваемся. И на самом деле это все так интересно. Там, короче, поле не паханое. Вот. Мы единственные, оказывается, в России и вообще в мире, кто сделал такую штуку именно через приложение. И у нас, оказывается, там вообще неограниченные возможности. Там столько всего будет. Там будет как типа сообщество прям такое, да, здоровой еды. И сейчас мы активно развиваем личный диетолог. Вот, и будут и напоминалки там, когда тебе, ну, напоминалка на телефон, да, приходит, когда тебе надо уже поесть, когда тебе надо попить, вот, то есть человека занятого разгружает мозг. Сколько лет тебе? Мне 26. Арина мастер-классы делает? Делает, конечно. Где? Где они? Вы имеете в виду в Перископ? Вот я уже второй день. А меня, кстати, так и нет в Перископе. Да, я второй день уже как в теме. А я все увидела. А Аришка пока еще, да. Ну, может быть, они это имеют, кстати, в виду. А, ну, я думала, мастер-классы. Нет, это, семинары? Кстати, хорошая вещь. Блин, Перископ — хорошая вещь, так пообщаться. Английский учить, когда думаешь. Блин, ребят, учу потихоньку. У нас даже есть... А что же девушка, смотрящая? Ну, это надо знать, ребят. А выглядит старше, да, жизнь тяжела, старею. По поводу английского, вот мы иногда с Ариной едем, я говорю, все, Арин. А, к слову сказать, Аришка у меня владеет отлично языком. Я Спасибо. Говорю, разговариваем сейчас только по-английски. Вот, ну и начинаю там что-то кумекать. На самом деле... На самом деле, я бы уже давно выучил, потому что поездок очень много за границу. Но я же всегда беру с собой Арину, а она все время... Постоянно я разговариваю, не даю ему выучить. Да, но даже поэтому, там, неделю нахождения в том же Кувейте, вот недавно, вот она реально дает эта практика. Вот, я планирую... Я думаю, что если на месяца два где-то зависнуть за границей, можно уже нормально. Да, в Украине есть родственники. Да, Украина. Не то чтобы даже есть большой родственники. Большой привет, да, у меня оттуда родители, у меня там очень много родни, родственников. К слову сказать, мы с папой, с мамой в семье разговариваем до сих пор по-украински, поэтому я... Все знаю, я все знаю. Сегодня Перископ уже смотрел. На сайте, кто нас смотрит. Уровень, да, подрос? Подрос уровень. Привет из Украины. Спасибо, ребят, несмотря на то, что между государствами, да, и между политическая вот эта вся возня не очень приятная. Все равно мы братские народы, все равно. Из Чувашии тоже. Да не то, что даже братские народы, это все одно и то же. Да, Чувашии тоже. Привет, дуже добре. Так. Мир во всем мире. Да, все правильно. Стремимся к этому. К сожалению, этого никогда не будет, но... А кто Андрюха это с стая собрался пацанов встречать? Ага, сколько вашей дочки? Привет, сколько занимаешься? Привет. Сейчас, подожди. Про что там? А, то стая встречать. Ой, да пусть сами добираются, что их встречать. Мы сейчас вот после тренировки поели, а сейчас мы едем... Сейчас мы едем в баньку. Баня у нас там с этим, как его зовут, парильщик? Банщик. Банщик. С банщиком банька, все хорошо, будем... Это парилка с парильщиком, а баня с банщиком. Да. Будем с ребятами... Там мне какой-то вопрос задали. В мафию играть, да. Может быть, сделать трансляцию из бани? Вы скажите, вы за или нет? Это будет через часика полтора-два. Зайка, отвечай, что там тебе задали. Я думаю, что помню. Спросили, сколько лет Софийке. Ей 1,9.
12 числа будет. Ну, то есть 1 год и 9 месяцев. Вот. Значит, что-то еще меня спросили, но я уже не помню. Сколько занимаешься, по-моему, да? Занимаюсь я, наверное, с 24 лет. Сейчас мне 42. Сейчас мне 42. Нет, сейчас мне 28 скоро будет. Скоро исполнится 28. Я старше Андруши. Почему скоро? В марте? Скоро, в марте. Ну, а это что, не скоро? Через 2,5 месяца. Так, окей, разобрались. Что там еще за вопросы были? Какой-то был интересный. Какой вес сейчас? Ну, вот сейчас я сознательно ем меньше, чтобы разгрузить ЖКТ. Вот, даже когда хочется поесть, для меня это на самом деле непривычное состояние, потому что я всегда же ем, даже когда я не хочу. Вот, а сейчас я отдыхаю, поэтому сейчас килограмм, наверное, 5-6 скинул от своих 117-18, как правило. Вот, вот примерно так. Где живешь? Москва. Я думал, ты адрес расскажешь. Москвой живем. Спасибо. Привет, привет, привет. Да, кстати, так, кто не знает... Попропускали вопросы, ребят, продублируйте. Подожди, кто спросил, кто я. Кто не знает, я его жена. Я его жена. Так. Спасибо, ребят. В основном в голджиме, там, где съемки, тело, время, тренируюсь. Но бываю, наверное, стабильно в клубах 5-6. Вот, поэтому можно меня ловить. Где вы занимаетесь? Кто из Москвы, напишите обстановку. Андрей, я буду ждать видео с бани. Окей, окей, без проблем. Не подведи. Ну, подожди, обязательно будет. В каких отношениях с Лисуковым? Братских? Такое, гляньте, неловкая пауза. Пока вы пишете вопросы, гляньте пока это самое на наш расписной комод. Гляньте, какая красота. Таришка все сделала. Да, Софийка очень любит кисть. Вот поэтому у нее везде кисть. Везде мама налепила кисть всяких. Да, и все такое прочее. А реально набрать мышечную массу, занимаясь дома? А, я думаю, что все относительно. О какой массе ты говоришь? Конечно, много ты дома не наберешь. А в чем проблема пойти в зал? Напиши, пожалуйста. Жаль, что вас не было в Тае. Талантливый человек. Да. Спасибо. Столько приятного пишут. К Силуянову положительно отношусь. Положительно отношусь. Уважаю во многом, что касается вот статодинамики, да, это вот целиком и полностью он. Вот, я тоже практикую во время своих тренировок. Вот, поэтому, да. Вот, что касается его, конечно, скептического отношения к бодибилдингу, ну, тут немножко ревность, конечно. Вот, а так, конечно, он. Но, тем очень... не менее, он прав. Проблема, я тебе в зал прихожу в 22:00. А в чем проблема? Ну, ты с работы приходишь в 22:00 или в чем дело? А, вот, а к Невскому Курицыну работа, карапуз, да и а пара. Карапуз – это проблема жены. Не мужчины вообще. Да, видишь, как все грамотно можно скинуть на жену. И как относишься к Валере Живухину? Нормально. Нормально отношусь. Вот, бабок нет. Кстати, вот сейчас ты из какого города? Напиши, потому что сейчас-то сейчас вроде... Сейчас ни у кого нет бабок, по-моему. Сейчас и бабок ни у кого нет. И это самое. Залы дешевые, ну, относительно. Поэтому я думаю, для...
Москва. Так в Москве можно найти, во-первых, куча круглосуточных залов есть, во-вторых, куча есть дешевых залов. Поэтому, ну хотя у тебя же еще надо, наверное, домой приехать, там жена ждет. В общем, мне кажется, кто ищет, тот найдет. Надо искать варианты, потому что дома кого из русского ББ считают лучшим? Есть дни, когда ты кушаешь все подряд. Нет, таких дней нет. Раньше они были. Сейчас что-то я их разлюбил вообще, эти дни. Вот, сейчас все больше как-то. С каждым годом все больше внимания уделяешь здоровью, поэтому не хочу. Просто не хочу. Нет кайфа сожрать там какую-то пироженку, мороженку. Поэтому и не делаю уже, перестал этого делать. Так, кого из русских считаешь лучшим? Кадзоева. Что я нажал? Что я нажал? Как это убрать? Сюда можешь нажми на текст этот. Точно. Если что-то обязательно из спортивного питания. Ну, по периодам. Обязательно, ну, как фоном всегда идет БЦАшки. А так вот сейчас вот в период, когда вот я сейчас отдыхаю, восстанавливаюсь, зима пью, витамины пью, этот самый, рыбий жир пью. Ой, нет, Арина точно выступать не хочет. Выпиваешь ли водку иногда? Ну, ребят, если я сникерс не ем, то о какой водке идет речь? Я в этом плане немножко каких-то таких философских взглядов. Вот, вообще не совсем понимаю, нахрена это вообще нужно. Вот мы сейчас едем в баню. И, Кстати, конечно, там будем пить водку. Новый год, кстати, мы тоже поехали уже под утро в баню. Вот. Вот насколько было приятно проснуться вот 1 января, Со свежей головой, да? Да, после баньки. Вот. Сейчас тоже поехать в баню, посидеть с друзьями, пообщаться, поиграть в мафию. Вот сегодня будем играть. Ну, разве это заменит алкоголь? Сомнительно. С Любером постоянно видимся. Постоянно видимся с Лешей. У него дочурка родилась совсем недавно. Поэтому нам есть о чем поговорить. Но водка не значит головная боль. А что это тогда значит? Напиши, пожалуйста, что такое водка и зачем ее пить. Очень интересно. Я ж про в меру. Ну а зачем в меру? Смысл объясни. Синька, чмо. Водка расслабления. Так дело в том, что я не расслабляю, не напрягаюсь вообще по жизни. Вот. И у нас, Везучий человек. да, у Наришка у нас напрягается. Походу, выпистали. Да я чуть-чуть. Вербует, вербует, вербует. Да по рюмочке. А я такой, знаешь, такой. Ладно, заезжай, заезжай, по рюмке бахнем. Расслабление это вот банька, сейчас мы поедем. Это расслабление. А если банька с водкой, то это напряг какой-то, мне кажется. А дочка у нас сейчас у родных. Да, завезли вот вчера на Рождество. Угу. Потому На что, выходные. Андрей, с семьей времени много проводишь. Ну, когда не в делах, тогда с семьей. С семьей. Других у меня нет Интересов. интересов по жизни. Это хорошо, что твое хобби не отличается от твоей работы. Иначе бы ты тратил время на работу, а потом еще и на хобби. Там, например, как некоторые мужья на рыбалку уезжают. Трудно бизнес начинать в кризис. Трудно и легко. Трудно, потому что трудно. Только что хотела Да, сказать. а легко, потому что все боятся что-то новое открывать. Раз.
конкуренция слабая, два. Вот, и если у тебя есть хорошая команда и хорошая команда и запал, и какая-то такая эксклюзивная, стартап какой-то такой. Проехали, да, сейчас поедем. Вот, то это самое. Спокойной ночи. Давайте, ребят. Так, ну что, мы едем, а мы сейчас в магазин, потом в баньку? Или ну, как? Вообще уже 11:15. А, да. Успехов от души. Ну что, ребят, увидимся скоро в бане. Кто не ложится спать, ждите из бани репортаж. Окей? Ну, ответь на последний вопрос, ладно, про музыку. Нет, я хочу услышать от всех. Да, в бане увидимся. Ждем. Хорошо, попались. Спасибо. Ждем. Спорт мешает ребенка зачать? Нет. Помогает. Легкого пара. Спасибо, ребят. На связь. На связи, ребят. Ну все, мы пошли в баньку.